Подожди, подожди. Как же видео? Это наш номер, да. Заходим. Добро пожаловать, пока ваш номер не готов. Ну что? Очень даже ничего. Вид шикарный. Вполне себе сносно. За секунду наш номер превратился в нечто очень грязное и непонятное. Где ваш номер, девочки? А, вот прям настолько близко. Доброе утро, блок-влог. Что, у меня нужен? У тебя есть какой-то крем? Нет. Сделаю хорошо. Это наша команда нас ждет. А это мы, которые горим. На сколько? Опаздываем. На 6 7 минут. На 6. Ты сейчас решил сценарий почитать? В WhatsApp. Мы с Сашей расходимся. Он идет в свою машину, а я иду к детям в автобус. Но у меня есть пауэрбэнк, поэтому я сегодня буду для вас снимать. Дорогие дети, я вас поздравляю с первым дублем. Вы все молодцы, вы у меня лучшие. Ура! Мы прекрасные. Ты погиня. Ну, Стёпа, кошечку? Пойдем покажу. Вкусно, мам? Я, видимо, невкусная, они ко мне не присасываются. Болит, да? Болит. Сейчас, а сейчас перестанет болеть. Вот такое колесо обозрения. Оно на Байкале. Кто это у меня тут бежит? Почему вы без меня? Сейчас найду. Видно только Silent Hill. Но я-то знаю, что это Байкал. Марфа, не перепишкуй. Какая ты классная. Спасибо тебе большое. Благодарю, не могу. Я классная. Спасибо, не могу. А ты снимаешь? Всегда снимаю. А чё? Сходите посмотреть. Ну что, привет, подписчики этого первого видео на телефон, который установлен в Байкале. Работает? Сейчас звук сейчас проверим. Почему? Ты же хочешь много подписчиков. Это я на Байкале. Вон он. Видите, какие горы красивые. Это так круто. Первый съемочный день подошел к концу. Время 12 ночи. Я поехала в больницу, потому что с этого уха у меня уже и здесь воспаление, температура поднялась. В общем, живем жизнь по максимуму, тело сказало нет, но сейчас мы это тело полечим, врач поставит мне укольчик, и я завтра буду здоровая, без слышать себя буду, в конце концов. Видимо, вот нужны мне такие приключения, но я сегодня поняла очень важную вещь. Как это прикольно, когда ты просто можешь слышать. Как мы этого не ценим, а как это важно и нужно. У меня выходной. Я отправляю семью свою. Ну, короче, они там. Я сама иду отлеживаться. Сейчас. Ой, а что такое пересвет? Это я, что ли? Ну что,
к моему привычному рациону таблеток, антибиотиков, ушные капли. А потом мне надо вот этот вот весь рычальник будет прибрать. Буйнте, золотые пхитные ялы. Говорит на бурятском. Обходим, проходим. А у меня тут куча предложений о том, как меня лечить, чем лечить, как красить волосы на разные передачи и так далее. А мы продолжаем снимать. Кстати, лук надо кушать, это антиоксидант. Она не слышит, у нее берушь сейчас. Потому что колода у меня с собой есть. Представляете, я написала в сторис сегодня ночью, а девочки откликнулись. В принципе, можно уже быть готовым. Допинг, допинг. Как водичка? Как вчера. 4 градуса. Смотри, я снимаю тебя на телефон. Говори по-китайски. О, мы что-то остановились. Мы там увидим Байкал потом где-то, наверное, когда выше поднимемся. Что, над водой будем, что ли? Нет, в сторонке увидим. Там или там? Там и сюда. Идея подняться пешком вот с этой мелкотой, ну, была неудачной. Хотя нам осталось вот столько. Че замолчал? Так, ну что, я предлагаю попрощаться с Иркутском. Это блок-влог. Скажите, типа, пока вторая серия блок-влога. Громко. Пока. Это, подписывайтесь. Что еще? Кто скажет, ставьте лайки. Ставьте лайки. А ты что скажешь? Пишите комментарии. Ай. Посмотрим на это. Я не смогла собрать свою семью, чтобы они сказали, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну что, вы правда все не соберетесь ради меня один раз? Блога ради, блога. Ты что, ушел? Он ушел. Ну и ладно. Итак, смотрите, вот это вот мы все прошли. Сейчас слушаем просто. Дети, смотрите, Настова снимает на камеру.